вас, наверное, уже сталкивались с нашей компанией и как-то с ней знакомы, возможно, общались с нашими коллегами в Китае. Сегодня мы хотим официально заявить, что мы открываем представительство в России. Наша компания занимается профессиональными решениями по коммутации и управлению светодиодных экранов. На данный момент в компании работает порядка 1000 человек, из них 400 человек занимается разработкой и внедрением новых технологий. И по всему миру у нашей компании порядка 1 000 000 клиентов. Немножко расскажу об истории. В 2007 году наша компания начала производить принимающие карты HAP-75. С этого и, в принципе, начался основной бизнес. В 2010 году, после заключения партнерских соглашений с такими грандами, как Барка, Планар и Роя, был существенный прорыв именно в системах управления и коммутации светодиодных экранов. В 2015 году совместно с нашими партнерами мы начали расти на весь мир. И вот в 2015 году внедрили первый промышленный 4К-контроллер. 2020 год стал для нашей компании инновационным. Была внедрена первая технология 5G 8K и разработан первый Z8 промышленный контроллер, который поддерживает разрешение 8К. В 2022 году наша компания разработала инновационное решение XR, которая позволяет погрузить в виртуальную реальность, и первой в своей отрасли запустила IPO. На данный момент капитализация компании составляет 1,3 миллиарда долларов. Если посмотреть на глобальный охват нашей компании, то практически в любой стране есть представительство, либо дистрибьютор, либо филиал. Вообще, то есть сейчас на данный момент в компании 7 собственных офисов с головным офисом в городе Шэньчжэнь, порядка 100 филиалов, которые охватывают все муниципалитеты и провинции Китая, и более 280 дистрибьюторов по всему миру. На российском рынке мы готовы представить всю линейку нашего оборудования. Это системы коммутации и управления экранов, видеопроцессоры, видеосервера и также наше решение по управлению контентом на светодиодных экранах Color Light Cloud. Немножко подробнее расскажу по каждому из этих решений. Базовые наши устройства – это приемные карты, которые подходят как и для модульных экранов, так и для стационарных кабинетов высокого разрешения. Контроллеры серии S – это базовые контроллеры, которые предназначены для управления светодиодными экранами. Серия X – это устройство 2 в одном, которое помимо управления оснащено функцией обработки видео. Серия Z – это новая серия, которая пришла на смену серии X. Это также устройства 2 в одном, которые могут управлять светодиодным экраном и также обрабатывать видео. Серия CS – это серия мультимедийных серверов, которые предназначены для профессионального работы с видео. Также мы предлагаем нашу линейку синхронных и асинхронных плееров, которые позволяют управлять контентом на светодиодных экранах. Помимо систем коммутации и систем управления экранами, нами была разработана система калибровки. Данная система является ноу-хау и позволяет высокоточно и высокоэффективно калибровать экраны различного размера. Экраны могут быть COB, мини, микро-LED. То есть одной камерой калибруется весь экран, не в зависимости от его размера. Причем камера CCM6000, она уже сейчас есть в России,
есть в нашем шоуруме. Если кто-то уже использует систему ColorLight, мы можем в качестве демо продемонстрировать, как работает калибровка. Самым новым нашим решением является решение XR. Это решение погружения в виртуальную реальность. Как это работает? Есть камера, которая снимает человека на фоне светодиодного экрана, либо какой-то предмет на фоне светодиодного экрана. При помощи данного программно-аппаратного комплекса происходит наложение картинки с камеры на картинку светодиодного экрана. И таким образом конечный результат видит, как, выглядит как виртуальная реальность. Немножко расскажу о тех кейсах, которые были нами реализованы по всему миру. Одним из самых больших экранов, которые мы скоммутировали и который управляется нашим аппаратным решением, это фасадный экран на фасаде торгового центра в Джакарте. Данный экран размером 620 квадратных метров, и он управляется серией контроллеров X20. На карнавале азиатской культуры было в общей сложности развернуто порядка 10 тысяч квадратных метров светодиодных экранов. Все эти экраны были скоммутированы и управлялись системой ColorLight, а именно суперконтроллерами серии Z. Ну, это еще один слайд с карнавала азиатской культуры. Также помимо, как я уже говорил, то, что система ColorLight работает практически со всеми видами экранов. Вот на мероприятиях к 100-летию основания Коммунистической партии Китая был реализован огромный по своим масштабам COB-экран, который площадью 250 миллионов пикселей, который управляется суперконтроллером X100 Pro. Также нами был реализован... Так, можно звук выключить? Также нами был реализован проект самого большого гибкого экрана на территории Китая. Данный экран 45 метров в длину и 7 метров в высоту. Вот если там вот в углу кинооператор, вот для того, чтобы понимать масштаб этого экрана. Совместно с этим экраном была внедрена система XR. То есть если вот посмотреть на видео в правом нижнем углу, это как выглядит съемка со стороны решения XR. А сверху, в верхнем правом углу, это законченное решение, которое пользователь видит на картинке. То есть... Ну, видно, то есть, как бы для чего эта система предназначена и как она работает. На базе решения ColorLight Cloud был реализован проект по внедрению системы Digital Signage в торговом центре в Малайзии. 50 светодиодных экранов управляются при помощи асинхронных плееров ColorLight серии А и централизованно управляется при помощи системы ColorLight Cloud. Самый крупный проект, который у нас был, это сфера в Катаре. Наверное, вы уже сегодня видели эту сферу, ее показывали наши коллеги из Unilumen. Именно совместно с ними был реализован этот проект в Катаре на открытии чемпионата мира по футболу. Данная сфера входит в книгу рекордов Гиннесса, является самой большой в мире, и работает она на нашем оборудовании. Помимо того, что я рассказал, какие были реализованы кейсы именно с применением коммутационного оборудования и оборудования по управлению светодиодными экранами, вот хотел бы на этом слайде вам показать, как выглядит калибровка. Данный экран был установлен в Китае в командном центре автодороги Шандунь. Размер этого экрана 23 метра на 6,8 метров в высоту.
COB-экран шагом пикселя 0,9. Он был полностью откалиброван, ну, сразу весь экран, одной нашей камерой CCM6000. Что мы можем предложить и что мы обещаем после того, как мы откроем представительство в России? Ну, во-первых, мы обещаем то, что мы представим рынку конкурентоспособный продукт, местную техническую поддержку на русском языке и местный склад оборудования, который будет включать весь ассортимент, который предоставляет компания ColorLight. Мы 100% гарантируем, что оборудование ColorLight совместимо со всеми производителями, китайскими производителями LED-экранов. Также мы гарантируем низкий уровень брака нашего оборудования. Каждое оборудование, которое отправляется клиенту, проходит выходной заводской контроль. Комплексность наших решений. Мы предлагаем оборудование от принимающих карт до мультимедийных серверов. С применением нашего оборудования можно выполнить любой проект, где используется светодиодный экран. Помимо стабильного аппаратного обеспечения, мы предлагаем стабильный программный продукт, который включает в себя понятный интерфейс и не требующий периодического обновления. Также на продукцию ColorLight на территории России будет действовать гарантия сроком 1 год. Немаловажный аспект при использовании оборудования – это техническая поддержка. Сейчас в компании, непосредственно в Китае, работает более 300 инженеров, которые обеспечивают бесперебойный сервис. В зале сидит Патрик. Патрик, тебе привет. Как раз-таки Патрик занимается сервисом. Параллельно мы сейчас на данный момент готовим 2 русскоязычных инженера, которые будут обеспечивать качественный квалифицированный сервис на территории России. На данный момент в Москву едет целый контейнер оборудования ColorLight. Там будут и приемные карты, и отправляющие контроллеры, и видеопроцессоры, и медиасервера. То есть мы готовимся к открытию представительства. Что это дает? Меньшее ожидание оборудования, потому что оно будет всегда в наличии на складе, в полном ассортименте. Экономия на перевозках и логистике со стороны клиента и быстрый ответ на запросы наших клиентов. Также дополнением к вышесказанному мы организуем местный центр обучения и сертификации для того, чтобы инженерный состав наших клиентов имел компетенции при использовании нашего оборудования. Уже реализована служба калибровки, и также мы организуем предпроектную консультационную поддержку. Это очень важно при просчете проектов и выбора оборудования. Спасибо большое за внимание. В зале, ну вообще на территории форума, находятся коллеги из Китая. Если есть какие-то вопросы, можем обсудить. Спасибо большое.